В Ленинском отделении ЗАГС состоялось торжественное вручение паспортов юношам и девушкам, достигшим 14 лет. Для многих из них этот день стал одним из самых важных событий в жизни. Мы получаем паспорт Российской Федерации и становимся полноправными гражданами нашей страны. Вместе со своими родителями юные жители Ленинского района собрались в зале, где проходило мероприятие. После гимна Российской Федерации к ним обратился заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнев. Я желаю всем вам удачи, чтобы каждый из вас, я уверен, научился, нашли свою дорогу в жизни. На сегодняшний день самый быстрый и удобный способ оформить гражданский паспорт – обратиться в Центр госуслуг «Мои документы». Вы должны стать достойными гражданами. И вот это слово «достойный гражданин», «гражданин» и слово «достоинство» – они однокоренные. Я вам всем желаю здоровья, счастья и этого самого достоинства. Поздравляю вас. Также прозвучали слова поздравления от родителей собравшихся ребят. После музыкального подарка творческого коллектива вокальной студии мероприятие завершилось общей фотографией на память. Родители виновников торжества вспоминали, как они получали свой главный документ и были приятно удивлены такой церемонией. Кардинальное отличие, потому что я, честно говоря, даже не помню, как я его получала. И получала я его в 16 лет, не в 14. Но то, что было сегодня, это грандиозно. Я думаю, что этот день дочка запомнит на всю жизнь, как она получала этот паспорт. К паспорту стоит относиться бережно, а его первая замена, согласно законодательству, произойдет по достижению 20-летнего возраста. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.